19 сентября на территории области пройдет 16 избирательных кампаний. Главными станут выборы депутатов Государственной Думы и областного законодательного собрания. Выборы будут трехдневными и стартуют 17 сентября. Ряд партий уже подали свои списки кандидатов в ЗАГС собрание. Это региональное отделение партий «Единая Россия», «Коммунисты России», КПРФ, ЛДПР, партия «Прямой демократии», «Родина», «Справедливая Россия за правду». Также подано заявление от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. На выборах депутатов регионального парламента голосование будет вести по смешанной избирательной системе. На территории, как всегда, будет работать 183 избирательных участка. 182 – это у нас постоянных участка, и 101 участок – это у нас создается в больнице. Больше у нас временных участков нет. У нас будет установлено опять вот Ростелеком, как раз вот сегодня мне прислали, они у нас установят 70 видеокамер. 70. Конечно, на самых маленьких участках не будем устанавливать, но там мы, скорее всего, установим видеорегистраторы. Мы это делали на выборах губернатора, то есть офлайн вы все равно можете взять и посмотреть, как происходило. Прием документов в областном избиркоме продлится до 18 часов 24 июля. После этого все документы от политических партий ждет серьезная проверка. По закону она занимает 10 дней. Ольга Тимченко, Павел Славин, Новости 21.